31 канал вернулся с областного фестиваля средств массовой информации с наградами. Наши коллеги стали лучшими в номинациях «Информационная программа», «Разговорная программа» и «Лучшая операторская работа». Большое. Жюри, мы изначально предполагали, чтобы вошли представителями жюри стали люди, которые не привязаны, скажем, к челябинской территории. Мы предложили свердловчан, это Олежка и Николаева. Фестиваль СМИ – это не только премии и награды, но и мастер-классы от столичных звезд телевидения. В этом году на Южноуральскую землю приехали Лев Новожженов и Руслан Гусаров. Последний возглавляет Северокавказский центр НТВ и приятно удивил челябинских коллег. В этом году фестиваль СМИ принимал Кыштым. Демидовские места впечатлили столичных звезд. Руслан Гусаров признался, от войны устал, а здесь тишина. Тем более побывать на Урале – его давняя мечта. Это география, это детство, это Пугачев, это истории, это ископаемые, это героическая оборонка, это победа во Второй мировой войне, которая ковалась в немалой степени, если не в большей, именно на Урале. Это и есть хребет России. Автор и создатель одноименного фильма тоже оказался в числе приглашенных. Алексей Иванов рассказал, как это снимали. 2,5 миллиона долларов от частного инвестора, год экспедиции по Уралу и Леонид Парфенов в соавторстве. И вот триумф. Премьеру показали по Первому каналу. Теперь в планах фильм о Пугачеве. Конечно, это надо развивать и дальше, и дальше, и дальше, и двигать Урал на федеральные каналы. Но для этого, конечно, нужны спонсоры. Без спонсоров сложно что-либо сделать. Этот фестиваль стал самым массовым. В Кыштым съехалось более 300 журналистов. 31 канал получил сразу 3 премии – за лучшие новости, операторскую работу и программу «Личное мнение». Я от души поздравляю всех, потому что премии получать приятно. Желаю не почивать на лаврах. Был у меня такой оператор «Метелица». Он говорил: «Под лежачий камень коньяк не течет». Завершением фестиваля стал не только праздничный банкет, но и еще один неожиданный мастер-класс от столичных журналистов. Лев Новожженов исполнил зажигательный рок-н-ролл, а Руслан Гусаров – лезгинку.